Приветствую, дорогие друзья! В связи с тем, что на нашем канале образовалось две аудитории, одна аудитория русскоязычная, вторая аудитория польскоязычная, нами было принято решение основать еще один канал на YouTube, русскоязычный, на котором мы будем рассказывать о наших заточных устройствах, о жизни нашей мастерской, о каких-то интересных вещах, связанных с заточках, и о наших идеях, которые мы будем реализовывать при изготовлении наших заточных устройств. Поэтому приглашаю всех русскоязычных, и не только русскоязычных, всех, кому интересен канал на русском языке, на наш новый канал. Ссылочка на наш канал будет под этим видео. Всем пока!